Приветствую, друзья мои, с вами на связи Александр, я гитарист, репетитор гитары, композитор, аранжировщик. В последнее время я все чаще от своих подписчиков и зрителей получаю комментарии, в которых читаю слова благодарности за написанную мной музыку, композиции различные. И мне очень приятно, что многим из вас нравятся эти мелодии, что вы ставите мне лайки. Это действительно меня вдохновляет и очень сильно радует. И в последнее время появляются такие вопросы относительно того, каким образом я сочиняю мелодии, каким образом я сочиняю музыку своих композиций. И в связи с этим я решил записать небольшой видеокурс, интенсив, который будет называться следующим образом. Как сочинять свои композиции на гитаре. В этом курсе я решил дать выжимку самых необходимых знаний, которые помогут вам самостоятельно написать ваши собственные мелодии на гитаре. Возможно, вы давно мечтали играть на гитаре свою музыку, не чьи-то композиции или просто аккордами, а именно мелодическую составляющую, чтобы присутствовала в гитаре, чтобы были красивые аккорды, и чтобы это была именно ваша личная мелодия, в которой вы смогли бы выразить свои чувства, эмоции, свое настроение и внутреннее состояние, и таким образом порадовать и самих себя, и также ваших слушателей. Этот курс, видеокурс, он состоит из трех основных частей. В первой части мы с вами говорим об основных составляющих любой композиции, и в частности, композиции, которые пишутся специально для гитары. Мы с вами поговорим о том, каким образом правильно составлять мелодию, мотивчик, мы поговорим об аккордовой составляющей и о различных нескольких некоторых очень важных моментах, без которых не сможет существовать ни одна композиция. Также я покажу различные фигурации гармонические, где нужно перебором играть, то, что называется, где боем, для того, чтобы ваша композиция звучала объемно, полноценно и была приятна для восприятия на слух. Это то, что будет в первой части. Во второй части я последовательно расскажу о 8 этапах, необходимых для написания любой композиции. И проходя эти этапы, даже если вы никогда раньше не сочиняли свою собственную музыку, на последнем этапе, совершающем в итоге, вы получите вашу собственную композицию. Прошли первый этап, галочка. Приступайте ко второму. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. И у вас уже готова собственная композиция, которую вы можете смело исполнять на гитаре в свое удовольствие и в удовольствие окружающих вас слушателей. И, наконец, третья часть этого видеокурса будет состоять из моих рекомендаций, в которых я поделюсь личным опытом. В прямом эфире я буду играть мелодию, самостоятельно сочинять и рассказывать об этих этапах на конкретном примере. Вы будете видеть, как рождается новая мелодия буквально у вас на глазах. Также я дам рекомендации относительно тональностей, которые необходимо использовать на гитаре, чтобы максимально удобно и комфортно вам было играть. Расскажу об основных элементах гармонической составляющей, чтобы вы правильно выбирали цепочки аккордовые. И, наконец, дам рекомендации по различным гармоническим фигурациям для того, чтобы было интересно слушать вашу мелодию. Потому что, согласитесь, одну и ту же композицию можно подать по-разному. Можно сыграть так, чтобы прослеживалась только мелодическая линия, но она не особо будет полной, объемной композиции. И в то же время ту же самую мелодию можно сыграть достаточно красиво, где будут присутствовать различные элементы украшения, различные штрихи, нюансы, пассажи и так далее. Так что, если вы всегда хотели научиться играть на гитаре ваши собственные мелодии, сочинять музыку, обязательно приобретайте этот видеокурс. И в качестве благодарности я буду сочинять для вас еще новые мелодии. Спасибо вам, всего доброго. Пока-пока, увидимся уже на видеоуроках курса о том, как сочинять свои композиции на гитаре. Пока!